Теперь блог о Ватикане. Мы уже приближаемся к Ватикану. 6 минут после собора Святого Петра. Вы когда вы там остановитесь возле речки, там будет остановка, вас высадят, а лучше пройдитесь пешком, погуляйте, будет круче. И вы должны будете зайти вот такие вот ворота. И вот тут уже начинается сам Ватикан. Это граница Рима с Ватиканом. По-моему, да? А ну, я сейчас даже посмотрю по карте, чтобы я не ошибился. О, сори. Вот Ватикан. Собор Святого Петра. Направляйтесь на северо-запад. Немного расскажу о том, что я сегодня буду видеть. У меня сегодня экскурсия. В стоимости она идет 32 евро. Я буду смотреть музей, сам собор и еще какой-то музей. Вот, поэтому это все я вам сниму, покажу. За 32 евро посмотреть все, это нормальная цена, кстати. Магнитик, как сувенирчик, как-то тут оно будет дороже, чем вы пойдете купите в отдаленном месте. Но если нужен крестик, который, кстати, там продается за адекватные деньги, я так покупал в прошлом году, то нужно будет купить, и если вы желаете, это, конечно. Ну что, я тут. Теперь где покупать крестики? Они, в принципе, везде здесь, но самые нормальные цены это вот тут и вот тут. Адекватные. Ну, там тоже плюс-минус, но там разница, по-моему, насколько я помню, в том году было на 1,5 евро, на 2, на 3, то есть она вот так вот прыгает, скачет. Поэтому крестики покупаем здесь. И вот эта очередь, вот это, если видно, да, там, это все ждут, чтобы зайти в собор. Есть еще некая такая вот проблемка. Такая, как бегают, все время предлагают экскурсию или еще что-то. Плюс какие-то штучки, селфи-палку и тому подобное. Поэтому на это не обращаем внимания и веселимся дальше, кричим им привет. Ну, как в Египте, окей, my friend, и let's go, типа. Вот. Очень много людей. Вечером тут прикольней, но вечером вряд ли вы поедете, вы днем поедете, но вы видите, насколько много людей днем. Кстати, сейчас покажу вам вообще, почем что тут стоит, чтобы вы понимали. О, я в этом магазине и покупал, кстати, подарочки всякие. Смотрите,
5 евро. 7 евро крестик. 7 евро. Ну, вот примерно плюс-минус вот такие вот цены. Потом есть вот такие вот штучки. Супер. Надо что-то в офис такое купить. Иконы. Ну. Есть также еще перстни. Ну, как-то так. Пока я гуляю, ой, пока я жду экскурсии, она у меня начнется в 15:30. Я гуляю по Ватикану, по окрестностям и смотрю, как тут вообще все выглядит. Точно так же, как и в Риме, все точно так же, ничего особого. Та же пиццерия, все точно так же. А, да. Ну и более, кстати, похоже, не дома, насколько я заметил. Может, то я просто в очках? Окей. Смотрите, сейчас я направляюсь в музей Ватикана, и он содержит все произведения искусства, которые они собрали за 2000 лет. Смотрите, такое впечатление, как будто попали в аэропорт. Это вход. Проходите. Вот билет. Есть. Это вечно. Upstairs, upstairs. Я поднялся, тут нету радио. А оказывается, дальше нужно. Вот тут можно взять радио на русском, кстати, для вас тоже, кому и интересно. И потом идете по музею. Супер. Смотрите, я купил вот такой вот радио, получается. Видите, для прослушивания комментариев я введите номер 1, 2, 3, 10, видите он. И вот карта. Карту мне дали. Стоимость стандарта на одного 8 евро, Family Tour 5 евро и так далее. Поэтому, так как учитывая то, что я один, я заплатил 8 евро за то, чтобы прослушать вот это все тут. И еще некий важный момент. Я купил Ватикан экскурсию через интернет. Просьба не покупать через интернет. Стоимость там была 35 евро. Мне вернут эти деньги. А я взял уже непосредственно здесь за 17 евро то же самое. Поэтому лучше придите и возьмите на месте отдельно. Вот как-то так. Пожалуйста, не повторяйте моих ошибок. Я сделал эту ошибку, повелся на это, испробовал. И теперь вам говорю, этого не делать. Купите здесь и заплатите за вот это вот русский перевод. Да, на русском они говорят, и смотрите и радуйтесь. Понятно?
Это только первый музей, в который я пришел. Какая ванная. Нормально так. Очень важно. Бегаю, короче, по музею минут 15, пытаюсь понять, что это за карта. Ищу ее на аудиогиде, но, к сожалению, она некорректная карта. И я тут уже успел поговорить, и если вы видите на каком-то изображении, да, там, или статуе, номер с наушником, вот, к примеру, вот такой, да, то просьба нажать здесь и прослушать, что это. Понимаете? Поэтому, в принципе, карту можете не брать, но вот это тоже не надо. С головой достаточно вот этого. Серьезно. Поняли? Это обязательно. Я даже на момент, я сейчас направляюсь к Сикстинская капелла. И вот этот путь ведет к ней, туда же. Слушайте, ребят, ну, стоит вот сюда прийти, 17 евро заплатить и посмотреть. Это невероятно классно. Даже не о чем просто даже говорить.
сейчас в музее Ватикана. Кстати, я в прямом эфире тут. Заодно, кстати, снимаю для видеоблога. Всем привет, привет. Я сейчас в музее Ватикана, где собрали все находки за 2000 лет. И, кстати, да, ребят, снимаю для видеоблога тоже. Это все скоро будет на YouTube-канале. Сам музей очень огромный, поэтому я все отснять, наверное, не смогу. И вам стоит вот сюда приехать однозначно. И не попадитесь, так как я попался за 35 евро. Купил через интернет, думал, что дешево. А в самом уже музее я купил за 17, потому что там что-то там проблема была со входом, но мне деньги эта компания вернет, я уже написал, поэтому вот такое. Не покупайте через интернет, придите в музей и тут по месту уже купите. Ребята, тут, конечно, залов уйма, всего много, очень много. Советую однозначно это все посетить. Если честно, я уже запутался в залах. Ковры. Делаю фотку в Инстаграм.
то, что нужно прикоснуться, типа, к нему. Какие-то зомбики. Я понимаю, то, что я уже запутался, в принципе, в этих комнатах. Вот, но, ребят, придите, посмотрите его обязательно, это того стоит. Я думаю, тут даже и 2 часов не хватит, чтобы это все посмотреть, обсмотреть и так далее. Поэтому обязательно придите. Прикольная тоже картина, очень классная, очень крутая. Поэтому придите, посмотрите, это займет много времени, но вы увидите произведение искусства. Ладно, я отключаюсь и... А нет, друзья, я шел же с капеллы Ластина, и вот мы уже тут, но не разрешают делать видео. Конечно, я провел очень много времени в музее, и то я остался с таким чувством, как будто я что-то не увидел, не доглядел, знаете. Хотя я там пробыл, по-моему, 4 часа, да. Вот такое впечатление, как будто я не все увидел, соответственно, нужно опять вернуться. Есть цель опять вернуться, но уже не в этот раз. Так, а вот это идет очередь, чтобы... зайти туда, в собор. Видите, какая она огромная. И как же тут... Я зашел, все, прошли проверку, там как в аэропорту проверяют вещи, сумки и так далее. Ну и вот, чуть-чуть, оп. Супер. Очень красивое место, конечно. А вот там, где получается занавес, вот это вот красное, может, видите, наверное, там выходит Папа Римский, когда проводит службу. Сейчас немного чувствую себя как Папа Римский. Слушайте, отсюда, в принципе, неплохой вид. А вот там, где папа стоит, у него так явно неплохой вид. Супер. Как он туда выходит? Откуда он идет? А, вон оттуда, чтобы дойти туда. Боже, как это красиво.
Вообще, я думал, что чтобы сюда зайти, нужно платить. А они сказали, мистер, it's free. Я говорю, о, супер. Thank you so much. Ватикан, конечно, это красота. Ну и, конечно, для Инстаграма я делаю фотографии. Наверное, вот так будет. Красиво. Ну и теперь, конечно же, как говорится, святая святых. Да, ребята, это, конечно, выглядит очень красиво. Я целый день сегодня провел в Ватикане. И я, в принципе, очень рад. Мне нужно теперь узнать, что по поводу купола, могу ли я туда подняться и сколько это стоит. Если это бесплатно, то это супер. Если это платно, я заплачу. Но я хочу отснять Ватикан с самой высокой точки его. Как-то так. Короче, я очень рад, много впечатлений, посмотрел музей, посмотрел сам город еще раз. Я мало гулял по нем, я вообще там пару фотографий сделал, купил из сувениров и пошел. Тогда была очень огромная очередь, тогда было еще плюс 35, и я, ну, не захотел стоять эту очередь огромную, чтобы... зайти в собор. Вот. В этот раз я уже решился отстоять, потому что это надо и мне увидеть, и вам увидеть, и, конечно же, советую абсолютно всем приезжать в Рим,
посетить Ватикан. На один день у вас убьется на Ватикан. Я сегодня вышел из отеля в 12 с чем-то. Ну, пока выспался ж, конечно. И вот целый день топаю, гуляю. Я даже не успел отснять вам ни Колизей, ни это. Но это я отсниму, наверное, завтра или послезавтра. А нет, послезавтра Рождество, поэтому никак. На данный момент сейчас 23 число. 23 декабря. Вот. Я, короче, рад. Очень рад. И пошли дальше по собору. К сожалению, купол уже закрыт. Пришел я поздно, опоздал. Ну, ладно. Самое главное то, что я увидел все, что я хотел. Ну, кроме купола, но то такое. Я не расстроен, значит, еще раз вернусь. На этом, короче, мой день закончился. Сейчас уже 7 часов. Вечера, ну, 7:37, и мне нужно уже ехать домой, в отель, точнее, домой. Возьму чего-нибудь покушать, наверное, я паэля возьму, и пойду гулять снова, но по барам. Так что как-то так. Путешествуйте, ребят, путешествуйте, это того стоит. Однозначно, да, да, да. И чем больше, тем лучше. Задавайтесь целью и достигайте ее. Все, всем пока. И напоследок, вот Рим, а вот граница с Римом и Ватиканом. Перешли дорожку, и вы уже в Ватикане. Красота.